Здравствуйте, уважаемые подписчики «Садовод рулит». Мы вновь на мультяшках. Сейчас покажу вам контактную информацию по поводу опта и тех, кто приезжает, у кого есть возможность на садовод. Пожалуйста, линия 21, контейнер 134. Те, у кого нету, дорогие мои, возможности, смотрите, вот вся моя контактная информация. Пишите... Ой, потух, Мария. Ага. Сейчас, одну секундочку. Пишите мне. Вот так вот. Так. Ну, опустить, что отсвечивает. Ага. Угу. Вот контактная информация. Пишите мне на WhatsApp, звоните, номер рабочий. Подписывайтесь на контакт. Там еще достаточно много всяких интересных моделей, Турции и так далее. И в Телеграме выставлены дизайнерские сумки, которые мы тоже снимали. Кому интересно, заходите. Подписывайтесь на Дзен. Садовод рулит обязательно, якобы ситуация шаткая, чтобы мы друг друга все никогда не потеряли. Ну, а теперь сегодня порадуем вас новинками, надеюсь, покажем. Начнем с платьишек, уважаемые наши девчонки. Как всегда, стиль Корея, свободный стиль, оверсайз, смотрите, вот так по спинке, вот такая длина. Это тонкий трикотажик, в лето тоже будет очень комфортно. Вот еще раз показываю, как красиво по спинке. Размер единый здесь, 48 до 56 будет хорошо. В цветах есть, смотрите, белый с черным. И есть вот такая еще моделечка. Кому будет интересно, делайте скриншоты, девчонки. Обязательно что-то надо будет поближе показать, как всегда. Обязательно вам покажу. Так, смотрите, есть вот такая моделечка. Платьишки, вот сейчас, которые буду показывать вот эту всю сторону, прекрасная цена, 2500. Вот такая хорошая моделечка, бежевый цвет, вот так интересно по спиночке сделан. Смотрите, как всегда радует нас качество и отделка. Размер 48-56, полный можно одевать. И смотрите, есть на любой вкус и выбор. Сейчас покажу вам вот эти еще модельки обязательно. Очень красивые. Так, по очереди. Вот это вот сочетание. Здесь трикотажик, здесь хлопок жаточка такая. Черный с терракотом. И вот такая моделечка есть тоже. Очень красиво смотрится. Смотрите. Очень стильно. Хорошая длина. В лето очень комфортно вам будет. 2500. Еще раз говорю. Вот эти платьишки сейчас что буду показывать. Прекрасная цена. Так. Сейчас, секундочку. Пока любуйтесь, пока я что-то где-то вешаю, любуйтесь, рассматривайте. Покажу еще раз пыльники, мы тоже их снимали, но сейчас это очень актуально. 3500 цена. Цвета есть брусника, бежка и мой любименький графит. Очень хорошая цветовая гамма, спокойная. До 56 полного. Единый размер, 48 тоже можно одевать. Очень красиво, что будет сидеть. 3500 эта моделька. Так, смотрите, есть такое платьишко. Вот так оно будет впереди. У меня рост 1,62 м. Поэтому смотрите. На хорошую ростовочку тоже коленка будет прикрыта. Вот так красиво сзади. Шикарная зелень есть у нас. Есть брусника шикарная. И такой нежно... красный, розовый цвет. Делайте скриншотики. Что понравится, пишите. Все расскажу, подскажу. Так, есть вот такая моделечка у нас. Смотрите, какие легкие, невесомые. Тонкий-тонкий трикотажик. В лето прекрасное качество. Швы, все везде идеально. Хорошая моделька, будет очень сильно смотреться. Здесь цветовая гамма. Красный, зеленый. Есть горчица и черный цвет, классика. Что кому нравится, скриншотик и пишите, пожалуйста, на WhatsApp. 2500. Цены всегда говорим, но вы иногда невнимательно слушаете. Смотрите, есть вот такая, то есть покороче, коленка длина. Сзади немножко будет подлиннее. Вот здесь бочонком видно фасон, да? Цвета, значит, белый, терракот. Два цвета. Так. Есть вот такая моделечка.
покажу вам. Смотрите, очень классный цвет хаки, очень многие любят. И вот так по спинке, смотрите, какая тонкая-тонкая из хлопка, такой рубашечный хлопочек, ну, смотрится очень красиво. Вот, вот такая по длине. 2500 эти все модельки, до 56-го полного. И есть вот такая моделечка, смотрите. Это вот она вот так тоже по длине. Здесь фасон тоже бочонка. Вот так все комбинировано, красиво, стильно. Это цвет терракот. Есть она в хаке. Сейчас покажу цвета. То есть здесь у нас будет так, терракот и хаки. И есть еще вот такая моделечка у нас. Платьишек получили много, слава богу, есть чем похвастаться. Смотрите, черный-белый. И точно так же вот по спинке здесь идет такой рубашечный хлопок. Это очень красиво смотрится. Размеры 48 до 56 полного. Параметры сбрасывайте. Все, что нужно, подскажу, расскажу, на все вопросы ваши отвечу. Так. Такую модельку еще покажу. Смотрите. Вот она уже подлиннее. То есть выбирайте на свой рост. Прикладываю. У меня 1,62 м. Тоже вот так же по спинке рубашечный хлопок. Это все красиво очень смотрится. Есть вот такая, смотрите, моделечка у нас. И вот так по спинке. Смотрите. Спинка немножко будет просвечивать. Но очень стильно, смотрите. Тоже фасон везде практически в этих модельках, что показываю, фасон бочонка, который очень все мы любим. И это очень всегда практично. Чтобы наши все зоны, которые нужно спрятать, мы спрятали. И вот смотрите, есть вот такая моделечка тоже. Вот по длине фасон бочонка, однотонная спинка. И вот так все интересно спереди. Вот эти все моделечки 2500, девочки. Прекрасная цена. Хорошая цветовая гамма. Качество, конечно, как всегда говорю, здесь это люкс. Так, теперь покажу вам вот такую модельку. Нежный-нежный шифончик здесь. Смотрите, вот такой нежно в розовый чуть-чуть цвет. Да, камера не передает, но он прям такой нежный. Нежнючий-нежнючий, прям нежно-розовый. Внизу, конечно, стоит, видите, хлопок, чтобы не просвечивало. Смотрите, как это нежно и красиво. Такое платьишко 3500 до 54-го полного свободно можно одевать. И сейчас покажу вам, вот такая моделька есть. Тоже смотрите, очень красиво, сдержанно, аккуратно. Это здесь шитье, вот такая нежная, как шелк, под шелк, естественно, натурального шелка найти сейчас очень проблематично, но смотрится это очень красиво, нежно и дорого. Вот эта моделька серая 4000. Так, кто собирается на моря? А вообще в лето самое, что не есть, актуально, конечно, все мы уже знаем, штапель, который невесомый, позволяет дышать. Здесь рукавчик, многие просто в лето тоже все равно просят и подлиннее, можно подвернуть, как вам удобно. Платье-рубаха наше любимое. Размер, смотрите, здесь до 56-го полного. Если на 48, тоже будет хорошо смотреться. Ткань мягкая, не просвечивает, она будет струиться. Поэтому абсолютно спокойно можно одевать и на 48. И вот такая расцветочка тоже имеется. Сейчас вам покажу поближе. Это вот такая в зелень больше расцветочка, а здесь вот розовый отлив, скажем. Вот эти модели платья-рубашки 2500. Отличная цена. Так, сейчас покажу вот такую еще красивую моделечку очень. Так, смотрите. Это тоже такой штапелечек у нас в лето. Прям все, чтобы было максимально комфортно и красиво. В двух расцветочках он. 3000 рублей вот эта моделечка. Смотрите, по размеру все отчетливо видно. До 56 полного, но тем не менее все равно. Присылайте ваши параметры. Рассказывайте, как вы хотите, чтобы это выглядело. По длине я прикладываю, я 1,62 м роста. Так, вот эти модели с капюшончиком 3000 рублей, что я показывала. Есть у нас вот такая моделечка. Хлопок, жатка и
конечно, все красиво шитье. Это шитье. Вот такая хорошая, смотрите, длина. На любой рост будет прекрасно. Такая моделечка немножко как крестьянка, мы так называем. Но в лето это очень всегда красиво смотрится. Белый тем более. Эта моделечка 4000 рублей. Так. Сейчас покажу. Получили лен. До 56-го полного. Так, смотрите, какая красота. Это лен. Вот так по спинке у нас однотонно впереди. И вот такая цветовая гамма. Желтый, хаки и брусника. 4000 рублей. Так, сейчас вам покажу, еще одна есть моделечка лен. А, вот что предыдущую показывала, еще есть цвета. Сейчас, секунду. Постараемся показать вам все, а вы уж из этого изобилия красоты выбирайте сами. Еще есть шоколад и нежный беж, так? И вот такая зелень. Насыщенная, красивая зелень. Здесь вот, смотрите, комбинированность идет, то есть вот здесь вот это лен. Здесь вот этот трикотажик для удобства посадки, как бы, ну, чтобы все село правильно и вас ничего нигде не смущало. Вот по спинке как бы оно все комбинированное. Так. Лен, лен, хлопок, штапель, это что не есть, конечно, самое актуальное в лето. Это всегда всеми любимое. Есть вот такие рубашечки получили. Смотрите, девчонки, ну... Тонкий-тонкий хлопочек, 2500 их цена, но они до 52 максимально здесь будет по объему груди в посадке, 48-52, 2500. Так, и сейчас покажу вам еще вот такую красоту имеется у нас. Вот такие тунички, смотрите, красивые цвета, нежно-розовые и... Как он, такая тоже нежная бирюза, наверное. Вот так по длине. Это туничный вариант, тоже на любой рост. Хороший здесь размер, до 56 полного можно одевать. 48-го, 2500 тоже цена. Сейчас, одну секундочку. Верну платьишки назад. Еще раз показываю. Шикарные модели. Красивые расцветки, лен, который всегда очень актуален и многими любим. Так, теперь мы быстренько так, кому еще очень надо, неоднократно снимали футболочки, кому надо, кто, может быть, не видел, потому что подписчики новые с каждым днем, понятно, появляются. Это, может быть, вот такие модельки так по спинке. Модельки шикарного качества. Смотрите, какие нежные цвета. И вот неоднократно, конечно, мы это все снимали, вот. Качество люксовое, 122 по объему груди, максимально в посадке. Цвета все шикарные. Кто, кого заинтересуют футболки, или делайте скриншот, что вы увидели, или пишите мне, сброшу фотографии дополнительно. То есть вот смотрите по принтам, что вам нравится. Это может быть такой мишка, это может быть вот так. Здесь мы не будем заострять сильно внимание, потому что просто покажем, может быть, но новые подписчики, как бы, чтобы знали. Да? Марин, и стоимость? Озвучим. Стоимость без страз, все модельки, которые без страз, 1600, со стразами 2000 отдаем. Вот, смотрите, какая красота. Поэтому, кому что понравится, делайте скриншоты или пишите фотографии, отправим. Или заходите на канал или Дзен, или YouTube. Садовод рулит, мы неоднократно делали съемку, одна есть прям по футболкам, где тщательно все показывали. Поэтому просто вот еще покажу вам вот так, дорогие девчонки, со стразами, значит, 2000, без страз 1600, по размеру с 46 можно одевать спокойно, качество, я сказала, прям люкс-люкс, шикарное, фабричный товар весь здесь в этом контейнере. Делайте скриншоты, кому что понравится, пожалуйста, пишите, звоните, все отвечу. Так, сейчас покажем вам штанишки, получили очень красивые моделечки, смотрите.
Так, по штанам все модели идут 122 по бедрам до 54 полного размера, да? 46 можете одевать, кто как любит. Это стиль Корея, оверсайз, вы уже все прекрасно знаете. Делайте скриншоты понравившейся модельки. Здесь смотрите, вот на кулисочке так все сделано красиво. Ростовка хорошая, 105 сантиметров. Штанишки все в цене будут 3000 рублей. Так, смотрите, вот такая моделька здесь. Так интересно все на заклепочках. Манжетик, кармашки и вот так сзади. Что понравится, девчонки, делайте скриншот, присылайте. 46 до 54, все модели в посадке. Вот такая же моделька, что я показывала. В таком цвете она имеется. И в таком у нас солнечно-желтом, красивом, пожалуйста, тоже есть. Так, вот такая моделечка, смотрите, новенькая пришла. Очень, кстати, стильно смотрится. Сильно ничего лишнего. До 54-го все штанишки идут. 46-го можно одевать, кто любит посвободнее. Она есть в сером, вот черный я показала, серый. И есть такая вот нежная, нежно-нежно-фиолетовый, да? Это все... Не переживайте, товар фабричный, ничего с этим не случится. Вот так, это моделька, значит, серо-черный и нежно-фиолетовый. Есть вот такая моделечка, смотрите, цвет нежно-розовый. И здесь вот так сделан красиво лампасик. Вот так по ножке здесь нанесен принт. И сколько штанишки стоят? Так, штанишки все 3000 рублей. Все штанишки, что сейчас будем показывать, 3000 рублей. Есть она, вот эта моделечка тоже в черном. Ну, здесь, конечно, скажем так, вот лампас, этот замок, которым можно застегнуть, как удобно. Так, есть вот такая тоже, посмотрите, интересная стильная моделечка. Вот так исполнение. Красивое, яркое, все стильное. Здесь маленький аккуратный манжетик. 122 все модели по бедрам в посадке. Есть она вот в черном. То есть выбирайте модель, которая вам нравится, и цвет, который мы показываем. Вот смотрите, по качеству ткани все, как всегда, изумительно. Внутренние швы идеально, идеальные всегда, товар фабричный. И есть она вот в таком супер красивом, сочном, ярком цвете. 3000 рублей все штанишки новые, что пополучали. Так, есть вот такая, смотрите, моделька тоже очень классно смотрится, белый с черным, всегда актуально, красивая стильная классика, по бокам вот так будут кармашки, лампасики, 103-105 по длине, до 1,75 м отправляли, вроде все окей. Так, есть вот такая моделечка, смотрите, сзади здесь один кармашек, моделечка смайлик, здесь оно... Ну, как имитация, ну, в принципе, придают какую-то всегда там изюминку. Она в черном есть. И есть в сочно, ярком, стильном, красивом зеленом нашем любимом. Так, есть еще, сейчас покажу вам, чтобы... Кто любит там желтый, пожалуйста, это может быть вот такая моделечка, смотрите. Она есть еще черный-желтый. Размер единый. Товар фабричный, наша любимая всеми Корея, до 54-го полного в посадке, цвет шоколад красивый. И есть вот такой цвет фиолетовый, черный моделька. Это горчичка цвет, смотрите. И вот эту модельку тоже еще обязательно покажу, потому что она всегда-всегда пользуется спросом, Мишка наш. Мы его уже показывали, он в тонкой, это двухниточка, тонкий трикотажик. Горчица черный-красный. Так, и имеются у нас модельки джинсиков. Есть кому интересно, кто любит вот такие вау-супер, стильно-мега-яркие, всякие с нашивками, блестками. Они, смотрите, здесь не полная длина, середина икры. Эти все модели 46 до 52 в посадке. Вот покажу просто принты. И вот так сзади, да? 46 до 52 эти модельки в посадке. Кто любит такие моделечки,
Пожалуйста, делайте скриншотики, присылайте, все отправим. Впереди у нас солнечные дни, поэтому готовимся ярко, встречайте весну и лето. Есть вот такая, такая моделечка шикарная. Так, смотрите, джинсики. Тонкие-тонкие, это уже хлопок. Тонкие-тоненькие. Ну, в жару там плюс 30, наверное, может быть и нет. А вот хорошая моделька. Легкие, аккуратные потертости, красивый цвет. Два кармашка сзади. В общем, размеры в джинсах идут с 48 до 60. По размерам идут штаны. 3200 любая модель джинсов. Есть вот такая моделечка, смотрите. Тоже вот аккуратные потертости, кто любит, можно подворачивать. Вот здесь такой Микки Маусик, легкие стразы. Делайте скриншоты, девочки, понравившиеся модели, вот, пожалуйста. Тут уже без всего, просто легкие потертости, красивый цвет, нежный голубой джинсы, сзади кармашки, все на резинке для максимального комфорта и правильной посадки. Тонкий-тонкий хлопок джинсовый. 3200 с 48 до 60 полного. Кому что понравилось, пишите, делайте скриншоты. Сейчас пройдемся по новинкам. Так, вот такие моделечки, смотрите. Цвет белый, красный и цвет горчицы есть еще. Рукавчик коротенький, по спинке они идут вот так, смотрятся, смотрите. Здесь на кулисочке можно сделать, кому удобно подтянуть. Хороший-хороший размер, 56 здесь полный. 2700, вот эти все модельки, что сейчас буду показывать. По возможности, конечно, дорогие мои, кто уже смотрит Марину и подписчики Садовод рулит, знаете, что какую-то скидочку маленькую для радости всегда сделаем. Вот такая моделечка, смотрите. Хорошая длина, в любом случае зоны нужные всегда учтены и закрываются. С 48 до 56 полного. Так, вот такая моделечка новенькая. Смотрите, все в лето, все хлопочек. Вот так по спинке сделано. Здесь комбинированная ткань, здесь вот тонкий трикотаж, а здесь такая, ну, хлопок подлен сделан. Ну, естественно, вот смотрите, чтобы все было наглядно. Качество действительно товара шикарное. 2700. Есть вот такие модельки, смотрите. Комбинированная спинка с двух сторон, как бы, два цвета. Рыжий-белый. Хороший, смотрите, здесь размер, 56 полный. Есть зеленый горчица и есть красный с черным. Так, все вот эти моделечки, 2700, размер до 56 полного. Так, вот теперь вот такая моделька у нас есть. Так, смотрите, красивый, сочный такой рыжий. Вот так сделан капюшончик. И вот так по низу. То есть это комбинированные модельки. Они всегда очень красиво смотрятся. И вот такая, пожалуйста, беленькая. Тоже комбинированная. Здесь, смотрите, по длине. Если что-то кому надо, замеряйте. На ростовку померю, все скажу. Длину, все, что надо. До 56 полного тоже все вот эти моделечки можно абсолютно спокойно одевать. 48-го. Кто любит посвободнее, можете любые штанишки, которые вам понравятся, присылать скриншоты, а мы можем вам скомбинировать. Так, есть вот такой бомбер, смотрите, вот такое качество, это хлопок на замочке с капюшончиком, вот так по спинке, рукав здесь 7/8, и есть он вот такая моделька, немножко они разные. Какой принт кому понравится, пожалуйста, делайте скриншоты. Вот здесь такая сочная, яркая полоска. По рукавчику вот так все идет. Вот такой красивый, сочный манжет. И вот так вот двухцветный замок. Все очень стильно, красиво, хорошая длина. Размер здесь 54-56 тоже в посадке будет хорошо. Присылайте объем. По объему груди пишите, пожалуйста, свои параметры. Все, что надо, всю информацию обязательно вам дам. Так, вот такой у нас имеется бомбер. Вот этот, смотрите, девочки, этот уже чуть-чуть покороче. То есть он на такую ростовку, как я, может быть, до 1,65 м. Дальше может быть коротковат, в принципе. Но опять же, если кто-то носит высокую посадку джинсов, очень будет хорошо. С капюшончиком
вот так сделаны рукава с замочком, все рабочее, можно отстегнуть, скомбинировать вот так. И вот такие всякие интересные, сочные, яркие элементики. 2700 во всей, все, что показываем, товар фабричный, размер единый, можно с 48 до 56 все одевать. Параметры желательно в любом случае присылайте. Вот здесь хлопочек вот с этой стороны с эластанчиком. Но, тем не менее, здесь вот 54 точно хорошие. А так замеры присылайте, я померю, все вам скажу. Длину и по объему груди. Вот так это смотрится по спинке. И вот так вот это две расцветочки такие. Комбинированный зеленый с джинсой. Очень красиво смотрится. Так. Вот такая моделька. Так, смотрите. Это вот такой белый с терракотом. Красиво так на спине. Есть зеленый с черным. Тоже вот так хорошо смотрится. Что кому нравится в сочетании цвета, моделей. Так, длина здесь тоже, смотрите, на 1,70 м хорошо будет. Дальше, если кто с высокими джинсами носит высокую посадку, вообще проблем никаких нету. 2700 до 56 полного. Так, сейчас покажу еще одну моделечку хорошую. В цветах она. Вот отсюда покажу, есть черный и брусника. Это выглядит вот это вот такой серый красивый графит. На спинке вот такой мишка. И белый. Еще раз говорю, черный брусника с капюшончиком. Здесь это все рабочее. Рукавчик вот до локтя. До 56 полного. Здесь тоже, смотрите, вот такая длина. До 1,65 м. Прекрасно все зоны наши закрывает. Сейчас хочу показать еще. Уже осталось только в этом цвете. Но тоже, смотрите, очень красивая моделька. До 56 полного. Вот так на спинке тоже мишка. На кулисочке. Красивый такой, не приторно-яркий солнечный цвет. Такой, ну, светло-желтый. И сколько стоит, Марин? 2700. Вот эти все модельки, все, что мы проходимся, все 2700. Пожалуйста, все новинки, любые, будем вам отдавать. Вот, смотрите, есть такой бомбер. Электрик цвет. Красивое сочетание здесь всякой яркости карманов и так далее. Вот так по спинке. И интересно сделано. Смотрите, вот здесь вот такой разрезик. И вот так все. Здесь можно подвязать, как вам уже удобно, как вы там хотите, так можно здесь с этими элементами правильно играть. Это только в электрике цвете. Так, покажу вам вот эту моделечку. Все новое, все свежее. Эти еще модели мы не снимали. Смотрите, до 56 полного. Есть желтый. Вот так по спинке. Желтый солнечный. Черный показала. Ну и, соответственно, белый с оранжевым. Оранжевый с зеленым. Все очень красиво. Что кому по моделькам нравится. Как всегда, вы уже все знаете. Делайте скриншоты. Пишите. Высылайте свои обязательно параметры. И я вам все обязательно постараюсь рассказать и помочь. Вот два цвета в этой модельке имеется. Вот так по спинке. И вот так здесь сделан замочек. Ну, всякие такие интересные элементики. 2748 до 56. Каждый раз стараемся рассказывать все модели, цены проговаривать, поэтому будьте немножко повнимательнее, все рассказываем. Есть вот такой цвет, такого красивого яблока. Вот так по спинке. В общем-то, вот так, смотрите, с манжетиком. Хорошая длина. Кому что нравится по принтам или по цветам, всегда рады, пишите, звоните. Так, покажу вот под рукой как раз-таки еще есть вот такая моделечка. Вот так по спинке, смотрите. Красивые цвета здесь. Такая она тонюсенькая прям. Есть в розовом, вот с таким принтом. Спинка здесь ровненькая. Вот он, смотрите, здесь оранжевый. То есть такой хлопок жатка.
немножко, возможно, в светлых цветах будет немножко просвечивать, да, но не до безобразия. И в черном она есть. Вот, пожалуйста. 2700. Скидочку постараемся, конечно, сделать. Так, смотрите, есть тоже вот все модельки очень, конечно, стильные, красивые, яркие, сочные. Ну, как в принципе, хочется весной и в лето одевать. Рыжий, белый, с капюшончиком. Все, как мы любим, планочка, манжетик, все здесь присутствует. Так, и вот эти вот модельки тоже новые. Сейчас пролистаем цвета. Очень классное сочетание. Вот капюшон сеточка здесь сделан. И такой кармашек тоже из сеточки. Ну, а теперь смотрите по принтам, что нравится, и по цветовой гамме. Вот здесь, конечно, белый с таким просто сочным цветом, терракотом. Есть она черная с желтым, такой хороший тоже солнечный желтый. Белая с желтым. Пожалуйста. И фиолетовый с черным. Пожалуйста, что кому понравится, присылайте скриншоты. Пишите мне на WhatsApp. И вот эту модельку покажу. И, в принципе, сегодня все новинки мы для вас подготовленные показали. Смотрите, это здесь вот так идет комбинированный капюшончик трехцветный везде. И вот так по принту впереди. Спинка ровная, однотонная. Хорошая длина, размер единый, 48 до 56. Все модели новенькие, что сейчас показывала вам, абсолютно красиво в посадке. Есть еще в белом, ну и, соответственно, в черном. Что кому нужно будет, пожалуйста, делайте скриншоты, присылайте. Параметры ваши обязательно, объем груди, если это проверх. Если что-то из штанишек, то обязательно объем бедер. Штаны до 122 по бедрам, до 54 полного. Вот сегодня мы постарались быстро и эффективно провести вас, провести эфир по всем новинкам. Пишите, звоните, мы всегда рады. Не забывайте подписываться на канал «Садовод рулит». И ищите, подписывайтесь обязательно на дзен-канал тоже «Садовод рулит». Все контакты мы вам показали в начале видео. Пишите, звоните, всегда рады и всегда ответим на все ваши вопросы.